Всем привет! Хочу напомнить, что сейчас на канале у меня проходит розыгрыш. То есть будут в это воскресенье будут разыграны три скинчика. Это, короче, вот этот, ну и третий, и вот этот. Что нужно сделать, чтобы стать участником? Нужно будет поставить лайк вот этому видео. Под этим видео написать комментарий из 5 слов. И обязательно быть подписчиком канала с открытым профилем. Ну и 10 числа, конечно же, присутствовать на розыгрыше, чтобы сразу забрать свой приз. Вот. А мы начинаем открывать кейсы. Сегодня я это буду делать на сайте ForceDrop. Один из подписчиков мне написал, проверь, говорит, бесплатные кейсы. Там первых два, да. Я уже позже прочитал, что можно было и один. Тем не менее, короче, депнул 500 рублей с этим промокодом. Вот столечко у меня получилось. Ох, чего не сделаешь ради подписчика, да? Чего не сделаешь ради подписчика. С форсдропом у меня, конечно же, отношения натянутые. Я не знаю, у кого. У него со мной или у меня с ним, да? Особо-то историю любви здесь не получается. Ну, что, будем проверять, будем смотреть. Открываем фрикейсы эти. Смотрим, что из них может выпасть. Особо, конечно. Ну, за 57 рублей что выпало. Он там написал, проверь шансы фрикейсов, как там, что вообще дает. Ну, вот здесь остановись. Ну, до сюда тяни тогда. Ну, чутка. Посмотрим, если что, по этого. Скины за киллы нужны, африканская сетка, да? 11 рублей. Ну, тоже потянет. Получить еще один. Ох, не дает. Ну, давай второй. По традиции изи дропа. Посмотрим шансы на втором. Кровавый тигр, да? Нормально. Нормалдыга, говорится. Ну, со второго. Давай сейчас еще 3 по 210. И, короче, я доволен. Ну, можешь, в принципе, и нож. Я особо не огорчусь. Пока что выпадает все, что можно, в принципе, вывести, забрать и разыграть. Либо за скины, за киллы, либо за... Взгляд в прошлое было бы хорошее, да? Гаусс. 98. Че, все, я все три раза открыл, да? Все, я три раза открыл. Так, ну-ка и че? Че у нас навыпадывало? Ну вот, короче, сатен, 120. А, так, 120 это 330, 340, 370. 420. 420 с небольшим рублей выпало. Ну окей. На балансе есть вот столько. То есть у меня просили проверить шансы фрикейсов, поэтому я шансы фрикейсов проверил. А так как у меня на балансе еще что-то есть, и у меня, короче, есть вот такая вот штучка. Скидон 30% на кейс до 600 рублей. Поэтому огонь и вода. Я его открою тоже. Еще даже на балансе там что-то останется. Слушай, можешь апгрейды проверить? Да хуй его знает, что тут как апгрейды. Ну, да ну нахуй. Ну, ебаный ты насос, блядь. Галиль. Ну, я, в принципе, так и знал, что Галиль это выпадет, поэтому... Хуй тут... Че тут горевать-то? Так, и что? Что нам тогда? Ну, короче, вот рандом. Что здесь? Скидка. 10, можно открыть сразу 10. Давай, нахуй. Я просто не хочу по форсдропу писать большой ролик, потому что мне не очень этот сайт нравится. Не очень он мне импонирует. Короче, 250 рублей я сейчас сразу открываю. Смотрим, сколько прилетит. А сколько прилетело? 147 прилетело, ясно? Вот так вот, да, 147. Так, ладно, давай мы это продадим. Да, мы это все продадим. Ну, что-нибудь посмотрим. А что тут можно еще вообще открыть? Рандом, еще вот эта херня какая-то есть. Я просто слабо знаю, что здесь за кейсы.
Что здесь за кейсы? Какие? Что тут вообще открывать? Half-Life, Half-Life какая-то еще тут. Все такое интересно. Так, ну-ка, Инстаграм давай. О, Вакбан. Самый дешевый за 17 рублей, да, есть Вакбан? Ну-ка. А у меня на 10 не хватает, на 9 только, да? И чё? Хуй с тобой, давай, Вакбан. Ты ж не зря Вакбан называешься. То есть сейчас меня пошлёшь, короче, куда подальше и все. Завакбанишь меня. Да. Чё, да? Поняли, на 41 рубль выпало. Ну, продаем, конечно, продаем. Продаем. Чё тут еще можно? Что тут можно еще? Камуфляжка. А, еще даже у меня даже не хватает еще на камуфляжку. А, это ж за эти, за бонусные баллы, короче, открывается. Чи? Сыр какой-то, что ли? Скидка 20%, да? А есть скидка и 30% на него. Давай 30% откроем. Что это за хуйня? Это не кейс, что ли? Хипати носорога. И что, я не угадал? Или что, еще надо открыть? Ёб твою мать. Короче, прилетело. А как бы же, что я открывал? Карточки, ну понятно, блядь. Читать надо, что открываешь, ёб твою. Ну давай тогда, у меня только вот это, на эту херню по скидке хватит как раз баланса. Давай мы тебе и откроем. Ну, в принципе, я хоть не все 5 сотен слил, да? Хоть не все 5 сотен слил, да? 12 рублей. Так, ну-ка, контракты. Что мы можем тут своять? Так, давай мы тебя закинем. Тебя. Ну и ладно, для ровного счета 5 предметов закинем. Вот эти, в принципе, можно будет вывести. А тут посмотрим. Короче, я вангую. Вот это вот. Вот это. А так, а сколько я сейчас закинул? На 135 рублей я закинул, короче. Ну, давай, смотрим. Чё ты тут? Чем тут меня тут улыбнешь? Сука, я не угадал. Он на 10 рублей дороже дал. Эх, херовая из меня ванга, да? Херовая из меня ванга. Ну-ка, апгрейд. Апгрейд. Блять, можешь поапгрейдить, конечно. О, вот эту херню там. Dragon Lore. 350 тысяч стоит, охренеть. О, да-да-да. Использовать скины. 10% шансы. Блять, или попробовать 10% шанс что-нибудь замутиться. А, ребята, как думаете? Ну, это же не кейс батл, да? От 500, да. Ну, давай до 500, ёптать. А чё, в смысле, то есть нету, что ли? В смысле, тут чё, даже от 500 рублей ничего нету, что ли? Или чё? Ну, вот же ты показываешь. Зиму. Фу, давай попробуем. Сука, сердечко ёкнуло. Ох, азарт, азарт, пацаны, азарт, азарт. А, ты тут автоматически мне показываешь шансы, да? То есть 10%, азарт, азарт. Что такое? О, Сайрекс, давай попробуем тебя. Я сегодня, короче, чтобы сюда депнуть, продал свой Сайрекс, который там у меня стоил. Ну, хуй с тобой, давай. Короче, я до Талова пойду, в общем, ребят, все. Я, короче, пойду до Талова. Пойду до Талова, сольюсь. Сольюсь в нулину, в общем. Ну, похер, ладно. Ничего страшного. Переживем, ёптать. Да? Вот он снова, Сайрекс, да? Давай. Давай попробуем. Давай.
Смотри, одно и то же положение, да? Одно и то же положение. Фу, ну все, и давай, М-ка. Давай. Сайрекс есть? Ну вот он есть, Сайрекс. Давай. Ну, блядь, одно и то же положение, одно и то же положение. Все, ребята, вот такой вот ролик. В принципе, бесплатные кейсы что-то дали, можно было и забрать, да. То есть, ну, я еще и апгрейды, короче, проверил. Контракты, апгрейды, в общем, проверил все, что можно было, да. Все видели своими глазами. Все видели своими глазами. Ну, больше сказать здесь нечего. В общем, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока, до новых встреч.